Добро пожаловать на второй день нашего официального аукциона за контейнеры. Сегодня 4 друга примут участие в настоящих торгах. Начиная с первого контейнера, у каждого участника имеется свободный бюджет в размере 5 миллионов долларов. На эти деньги каждый из них имеет полное право выкупить любой контейнер, торгуясь с другими игроками, но никто не знает, что находится внутри. Главная задача — выкупить контейнер с крутым автомобилем, ведь после завершения торгов всех участников ждет 3 испытания на тачке из контейнера. Участник, набравший наибольшее количество очков за все 3 испытания, собирает 5 миллионов долларов. Ребята, всем огромный привет! С вами, как всегда, Олег Кофе, и добро пожаловать на новое видео. Ну что ж, серия получилась максимально эпичной и очень интересной, поэтому обязательно досматривайте до конца. Уровень угара сегодня, как обычно, на высоте, поэтому, ребята, вам точно понравится. Ну что ж, вам и желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и подписываться на канал. Ну а мы начинаем. Поехали! Ну чё, амигосы, мучачесы, готовы вновь сегодня побороться за контейнеры, ведь нас ожидает аукцион. Ну что ж, правила сегодня максимально простые, такие же, как и в прошлый раз. 10 контейнеров, у каждого из нас на руках ровно по 5 миллионов баксов. Мы с вами торгуемся за каждый из контейнеров и получаем то, что находится внутри. Ну чё, давайте начинать, я думаю, мы готовы. Хотя я вот смотрю на вас и вообще капец не готов. Итак, давайте, первый контейнер. Это тебе. Вот это. Что он так мало сказал? Нормально вообще? Он сказал, ты фоли до бока. Да, то есть, что я надел шляпу. Это я тебя сильно люблю. То, что я надел самбрера, это все меняет. Я правильно понимаю? Да, 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 да. Все, давайте, первый контейнер. На $1. Ну, давайте, нет, давайте, смотрите. Минимальная ставка, давайте, смотрите. Минимальная ставка 100 тысяч долларов, да? То есть, если вы хотите перебить, то вы делаете... Ну, капец, нормально? Все, забирай, придурок. Серега, будешь с нами, Серега, или нет? Как будто Серега... Я миллионер из Рапляни, Жан Сергей Пердоль. Блин, я вот не знаю, просто, ну, как будто бы, смотри, как будто бы просто в первом контейнере... Хотя нет, кстати, в первом контейнере может находиться что-то дорогое. Сколько ты еще раз там дал, Артём? 1 200 000. 1 200 000, да. А Серега, иди сюда, подглядываешь. Серега, иди сюда, куда там, а, пошел? Я Жан Сергей Пердоль. Все проверяют нормально вообще, а? Подожди, 1 200 000 раз, 1 200 000 2. Ладно, забирай. Все, первый контейнер достается Артёму. Узнаем, что находится внутри. Так, ну чё, погнали, взглянем, что находится внутри. Да, уйди, я первый должен. Сколько, подожди, 1 200 000 заплатил, да? 1 200 000. Это кто? Это Сильвия, да, по-моему, или чё это? Следующая лампа, я вам забираю. Сейчас, короче, как в рекламе её до сотого уровня апну, подожди. Слушай, ну вот это, кстати, по-моему, минус, да? Сколько ты 1 200 000 заплатил, да? Но хотя, не знаю, по-моему, она столько и стоит, но по деньгам... Плевать, мне нормально. Это просто дрифт-тачка, это просто дрифт-тачка, понимаешь? Да, как бы тут... Пойдет. Да. Ну, не для всех испытаний, которые нас сегодня ждут. Ну что ж, первая машина — это Сильвия. Соответственно, потрачено 1 200 000, и у того, у Артема остается сколько? 3 800, да? Ну, а мы переходим к следующему контейнеру. Ну что, команда, нас ожидает второй контейнер. Давайте торговаться. Олег. 500 тысяч. 500. 600. 600. 600. Да вставай, Серега, у нас торги. Поверните мне голову, я не вижу контейнер. Да быстрее, давай, вставай. А, 900. Лям. Лям, да. Я, блин, я не знаю, ну куда такие ставки? Там впереди, там впереди. Да вы так боитесь, господи. Алло, деньги пришли, ушли. Они не должны задерживаться в ваших карманах и голове. Тут надо, тут надо, тут это не инвестиции. Вот ты проинвестировал очень успешно, я смотрю, да, с первым контейнером. Нормально, я там до сотого уровня. Я пожалуй пропущу. Ладно, я за лям покупаю. Так, ну что ж, второй контейнер тоже забирает Артём. Давайте смотреть и... Вот это, ну это плюс уже. Вот это уже аппарат поинтереснее. Уже поинтереснее, целый. Да. Так, а подожди, а госстоимость автомобиля, по-моему, что-то лям сверху, да, там что-то, по-моему, подороже вышла эта машина, да? Ну что-то по типу. Если ты забрал, этот контейнер за лям, то тогда получается, ты в плюсе. Потому что где-то она там что-то 1 200 000, 1 300 000, 1 400 000 что-то по госстоимости стоит, да? Ну что ж, поздравляю. Ну что ж, нас ожидает следующий, третий контейнер. Давай, что, Павлита? Серега, да, начинаем торги или не начинаем? Ладно, так уж и быть, я пока оставлю. Спасибо. 400 тысяч. 400 тысяч. 500 тысяч. 600 тысяч. Ну на яйцах лямчик-то поставьте. 800 тысяч. Лямчик. Ух ты. Лям. Лям 100 делаю. 1 100 000. Раз.
Миллион двести. Да ты издеваешься? Миллион 202. Не, я, короче, сейчас все забираю. Миллион 203. Это тактика. Короче, ладно, Паша забрал этот контейнер. Базар вокзал. Ладно, Паша, давайте смотри, что он достал из третьего контейнера. Это что? Сколько она стоит? Ну нет, ну нет. Сколько она стоит, Олег? Давай, ты знаток. Сколько она стоит? Я не помню, что-то 4.5. Короче, 4.5, по-моему, если я не ошибаюсь. Ты понимаешь, что ты сейчас сделал ставку в лям 200, ты окупился в 4 раза. И ты выбил реально крутую машину. Я в шоке. Ну все, блядь. Следующий контейнер. Контейнер под номером 4. Торги начинают. 600. Миллион. 700. А, миллион 100. Миллион. Да ладно, я вам дам шанс. Ой, я пас. Серега, вообще торговаться будет? У меня есть какая-то тактика, и я ее придерживаю. Серега на 5-м контейнере, он на 10-м контейнере просто 5 миллионов сразу вот так зарядит, и все. Хорошо, какая ставка? Какая ставка, Олега? 600 ты говорил? Я не помню, Ты говорил, лям 200. Лям 200. Вот. Да, Паша, будешь перебивать? Паша лох, он засыт перебивать, смотри, а. Я не хочу. Я уже на деньги плевать, у тебя машина есть. Цикло, потому что все, цикло низко. Лям 300. Не, я перебивать не буду, нет. Лям 300. Ну а что такое, Олежа, а деньги как? Я Пашу просто забайтил, чтобы он лох без денег остался сейчас. Ну что, давайте взглянем. Паш, лям 300 отдал, да, по-моему? Вот это да! Слушай, ну кстати, ну ты ушел в минус, но не сильный, смотри, да? Сколько ты? 1.3 миллиона отдал, да? Это хуйня, мини-купер, мини-купер по ГОСУ, мини-купер стоит этот, лям 100, по-моему, если я не ошибаюсь. Не, у Паши пока вообще все просто прекрасно, все про... Не, следующий контейнер точно будет мой. Так, что у нас там? 5-й контейнер, торги начинаются. Ставлю миллион. 1.1 миллион. Миллион 200. Миллион 300. Миллион 450. Миллион 500. Миллион 699. Только не, миллион тогда 700. Миллион 700. Что так много? Блин, ну вот это уже опасно, на самом деле. Олег, я говорю, у меня есть какая-то тактика. Смотри, если... 2 миллиона ставлю, 2 миллиона. 2 миллиона 100. А что ты куда такое? Да ты уйдешь! Ты молчал, не участвовал в торгах, не радовал! Смотри мне в глаза! Смотри, до этого мини-купер был, да? И мне кажется, что оно сейчас чередоваться будет. Оно как будто... Смотри, была акула, потом мини-купер... Все деньги свои. Дурак вообще, что ли? 2900. Я не знаю, вы деретесь, я тоже хочу жестко пиздиться. Не, я все, я пас, я без машины сел, я пешком буду все испытания проходить сегодня. Я лям 200, лям, у меня 2200, да, у меня 2800 осталось, за 2800. Да, все. 2900. Да ты куда? 2900, все. Чего? Не, я точно перебивать не буду, 2900, да? У меня уже денег нет. Короче, не, ладно, 2900, у Сереги зря остается 2 миллиона 100. Это будет лучшая машина, смотрите. Это жесть, давайте узнаем, что внутри. Ну что, давайте узнаем, что находится в 5-м контейнере. Так это же Хуракан, это же хуйня сраная. Это хорошим, ты что, прикалываешься? Это лучше, чем акула. Я сказал, у меня какая-то тактика, я ее придерживаюсь. А там вообще что-то нормально в контейнерах осталось или нет? Я вот это не понимаю. Мне машину можно? Готов победить. Мне машину можно вообще, скажите, пожалуйста, или нет? Это как понимать? Ты же реально бомж с одной машиной. У меня нету машин вообще, да. Так, ладно, хорошо. 6-й контейнер, торги начинаются. Ля! Миллион. Да вы достали, а? Миллион сто. Миллион 200. Да вы миллион, миллион 300. Миллион 500. Миллион 450. Миллион... 2 миллиона. 2 миллиона 100. Да ты достал, куда ты летишь, Серега, а? Олег, смотри, дай мне контейнер! Олеж, подожди, слушай, тебя Олеж, 2 900. Серег, у тебя 2 100 осталось. Серег, у тебя 2 100 осталось. Я вот это заберу, и я пойду. Подожди. Вопрос. У тебя сколько ты сейчас поставил? 2 100 000. И вот я это заберу, и какова вероятность, что после Хуракана будет еще что-то хорошее? Вот какова вероятность? Давай. Олеж, там ничего такого, там велосипед. Не, ладно, я оставлю деньги на последние 4 контейнера. Так уж и быть, Серег, забирай этот контейнер. Тебе давайте узнаем, что внутри. Все, давайте взглянем. 2 100. Серега, за 2 контейнера 5 лямов.
А, ну не, это фигня. Не, ну это М1. Это за 4, да, по-моему, бэха, это кабрик вообще, да? Ну, крышу можно, по-моему, снять. Ну не. Она, кстати, по деньгам ты в окупе. По деньгам. По деньгам в окупе, потому что она, если я не ошибаюсь, стоит что-то больше 3 лямов. Но именно по скоростным характеристикам это фигня. Вот. Поэтому что, давайте дальше, пацаны, принимать участие в торгах. 7-й. Ну лям, пацаны. Ну все, этот контейнер точно мне достанется. Вы же понимаете, да? Все. Но, смотрите, Серега, все, он больше не будет принимать участие, деньги у него закончили. Ставлю 1 доллар. У Сереги больше денег нет. Серег, ты уже все, без денег, да. Все, у тебя по нулям, понимаешь? Я миллион поставил, миллион. Полтора ляма, Ну что да? Ты что-то ставишь? Что-то шляпочка, да? Что-то будет ставить что-то или нет? Охуел шляпочка! Ладно, лям 600. Ну 2 ляма давай, 2 ляма поставлю. Ладно, забирай. Все, забираю, все, наконец-то! Не дай бог! Не дай бог там будет что-то плохое! Ну вот не дай бог там что-то плохое будет. Ну просто я тебя прошу, я тебя... Нормально! Нормально! Это бэха! А подожди, это что именно? Да, это М5 F90! Неплохо. Ну что, ребята, а что там, как оно вообще? Ну смотрите, у нас осталось 3 последних контейнера, да? Блин, я не знаю, что находится внутри, но как будто бы что-то прям сверх... Что-то, не-не-не, что-то сверх крутое мы еще сами не выбили. Смотрите внимательно, я беру контейнер тот, который сейчас в рандомайзере, 8-й. 2800 на 8-й контейнер. Блин, не, хорошо, смотри, сейчас была бэха. Не-не-не, подожди, смотри. Ну-ка, мне круто, не подожди, смотри, была бэха, было 2 бэхи подряд, Десятый. Это были реально хорошие машины, по сути, да. Так что мне кажется, что... Ну давай, ладно, я 8-й, дам Артему. Давай, все, Артем забирает, давай, все. Все, тогда смотри, мы как делаем. Артем забирает 8-й контейнер, я буду биться за 9-й, 100%. Я прям все деньги вложу в 9-й. Все, давайте узнаем, что находится сначала в 8-м контейнере, дальше уже будем говорить про 9-й. Ну что, давайте узнаем. 8-й контейнер, что же там внутри? Ну это, кстати. Это имба, это имба. Подожди, а у тебя что по тачкам было до этого? У меня Мерс. Да, нет, Геттер тебе прям нужен. Геттер прям тебе реально был нужен. Это реально сейчас среди тех своих машин, это реально самое получается. Если сейчас 9-й и 10-й будут имбовые тачки, я надеюсь, вам гвоздь Но у меня вообще одна машина просто, я торговаться не умею. Олег, зато какая торги машина, не для меня. Подожди, ну вот смотри, я могу еще забрать либо 9-й, либо 10-й контейнер. Рандомайзер, да, Паша сказал 10-й забрать. Не, это какая дело, какая разница, рандомайзер, не рандомайзер, у нас торги вообще-то. Олег, тут дело не в рандомайзере. У меня 3 миллиона, я могу забрать, потому что у меня денег больше, чем у тебя, Павлида, понимаешь, да? Поэтому я могу взять твою шляпу и натянуть ее просто, понимаешь, да? Я судья здесь, начинаем ваши ставки за 9-й контейнер. Дай подумать, подожди, а? Логично. Да, нет, до этого был, Геттер. Ну какова вероятность, что в 9-м контейнере будет машина лучше? Ну то есть как бы это... Ну, ты там... что на меня смотришь? А, вот, смотри, в 7-м контейнере была М5 в 90, в 8-м контейнере был Геттер. Ну как будто в 9-м точно фигня должна быть какая-то, не? Блять. Паша, вкидывай. Ну как будто бы реально... Олеж, бери 10-й. 100 тысяч от Павла! Раз. Миллион! 100 тысяч! Чё? Сколько? Миллион. Миллион раз! Миллион два! Миллион 100 ставлю. Миллион 100 раз! Полторасочка! Полторасочка! Полтора миллиона раз! Блять, миллион 600 нахуй! Двоечка! Блять, 2500 нахуй! Да как же ты бесишь! 2502! Забирай, все, забирай! Я думаю, что в 10-м, в последнем контейнере, будет что-то реально хорошее! Так, ну что, давайте взглянем, Паша, 9-й контейнер! Ну нет, такой себе, как хорошо, Олег, я тебе говорю, бери 10-й. Смотри, Паше вообще машина не нужна, он себе выбил акцию, которая просто всех тарабанить будет. Ну что, последний контейнер, я вкладываю все деньги в него, вкладываю всю удачу, всю ману накопленную за все контейнеры. И я надеюсь, что в этом контейнере осталось что-то прям мега крутое, что-то прям мега классное, мега дорогое и, конечно же, мега быстро. Давайте узнаем, что находится внутри. Ну что, парни? Смотрите, давай, Олег, это лучший был у тебя в твоей жизни.
Ты рандомок, ну ты просто его. Блять, Артём, просто натянул и валил. Катайся. Ну как? Как это понимай? Как это понимай? Как? Олег, я рад в принципе, что мне девятый. В последнем, в десятом контейнере, ну мог находиться просто гость. Ну как? Я понять не могу, а? Ну не, пацаны, это подсуженность реально. Ну у вас у всех тачки, у вас у всех, у вас вон там по 3-4 автомобиля, у меня вообще фигня какая-то, реально. Слава богу, что хотя бы BMW выбил, на этом спасибо, а. Ну что, парни, я предлагаю переместиться уже на все три испытания, которые нас уже ждут. Как я понимаю, каждый из нас будет проходить испытания на самых лучших выбитых автомобилях, поэтому сейчас мы их протюнингуем, сейчас мы их купим и приступим к испытаниям. Так что, ребята, не переключайтесь. Итак, дамы и господа, сегодня наше первое испытание, то самое испытание, про которое мы уже реально забыли. Как давно мы последний раз, пацаны, дрифтели без колес? Согласитесь, это было реально очень давно. Колеса. Так что сегодня мы решили вспомнить, что это такое, и решили вновь использовать это испытание. Ну что ж, главная задача — добраться, соответственно, до конца. Финиш находится у нас у церкви, которая находится прямо здесь. Мы идем строго по навигатору, мы идем строго по прямой, не сворачивая никуда. И самая главная проблема заключается в том, что каждый из нас без колес. Соответственно, у нас нету ни одного колеса, нету ни одной шины, поэтому в этом будет заключаться вся основная проблема. Ну что, автомобилисты, гонщики, готовы или не готовы? Да, да. Раз, два, три, поехали! Ой, что-то я затормозил. Давай, но я могу еще догнать. Давай, Артемка, Я еду за вами, я вижу, вас вообще не заносит, вас все хорошо, у вас все в порядке. Меня на каждом повороте машин просто заворачивал на 360. Короче, ладно, по местам. У меня последнее место, третье место у кого? У Паши. Второе место у Сереги, и первое место у нас у Артема. Это результат нашего первого испытания, а мы тем временем перемещаемся ко второму. Ну, парни, готовьтесь, потому что гонка, которую я построил, это реально, ну, жесть, ну, по-другому опять реально говно. Никак не скажешь. Вот сразу предупреждаю, это не тролль-гонка, это обычная гонка, да, то есть всяких там разворотов резких этого не будет, но по финишу это сразу гонка, предупреждаю, гадость. Финиш будет у нас на маяке, и нам нужно будет так же, как и обычно мы делаем в последнее время, долететь с трамплин до маяка. Это я сразу заранее предупреждаю, чтобы все были в курсе. Ну что, запускаем и поехали, но сразу говорю, вот тут, пацаны, мы надолго, тут реально готовьтесь, потому что тут реально жесть. Ну и победит. Гонщик нелегальный. Да, видно, у кого самая фиговая. Ой, Паша, я подрезал ее. Пацаны, у меня джига. Она просто чувствует. Нормально, что Серега улетает так вообще? Это как понимать вообще? Ай, молодцы, ребята. Ай, красав джиги вообще. Давай, Артем, гоняй, ну. Может его, ну, типа, наказать, Паш, мне кажется. Давай. По методике. Понял? Давай, ты там не газуй, слышишь? Я тут не заикался. Не газуй. Артем, я тебе сразу скажу, вот подрежешь меня, так? Ну лохом будешь, так? Реально, вот просто реально. Лохом буду? Ребята, я не подрезаю, обрати внимание. Я не терпила, ты меня пытался что подрезать. Что там дождь летает? Пацаны, там люди летают. Там дождь из машин. Давай, Паша, делай. Что здесь происходит? Тихо, спокойно! Пакетик! Давай. Сколько там едешь вообще? Да я лампу не догоню. 292. Да я догнать не могу лампу, ну как? Давай, БХ! Мы догнать не можем. Мы должны на этом испытание. Я примерно понял, куда мы сейчас поедем. Мы должны на этом испытание.
мы должны... Да зачем? Не-не-не, Паш, не подрезай, Паш, не подрезай. А куда ехать-то? Ёбаный, ну твои гонки, ну просто гадостные. Ну максимально гадостные гонки. Так вот, Паша единственный, кто проехал, в смысле? Ну это был не тролль-элемент, кстати, я держу в курсе. Это реально был не тролль-элемент. Это тролль-элемент, я ничего не делал. Я когда эти чекпоинты выставляю на мини-карте, я думаю, эти вижу, какие повороты там вообще. Я попробовал, ничего не получилось. Там ты эти чекпоинты ставишь, ты карту вообще особо не видишь. Там эти чекпоинты прям... А что, ты на слепую ставишь? Ну да, да, без очков просто еще. Сказочник. Пацаны, вот здесь реально, вот тише едешь, дальше будет, как говорится, потому что... Ламба мне такие... Ну куда ты лезешь на меня, ты жопа с ручкой? Нет, нет! Чем дели? Вот туда. Все нормально, я вылезу. Олежа, черепашечка. Ну, бэ, пожалуйста. Я тебя прошу, братик. А я Пашу не вижу, Паша как будто уехал. Серега, жди меня. У меня бэка все, она вот здесь перестала вывозить. Просто я сдал все позиции. Я просто сдал, ну, я не знаю, у меня машина, пожалуйста. У меня Мерсик. Дайте мне нормальную машину, я вас прошу. Ну почему такие торги у нас были? Ну почему? Куда он делся? Надо было торговаться, надо было до конца топить за контейнер с Серегой, который забрал. А шо, это я тебе говорил, у меня какая-то тактика. Вот надо было реально все деньги, все 5 миллионов надо было бульонов туда, блин, накидывать. Нет, кстати, смотри внимательно. В первой части доставили... О, спасибо. Охренеть тактика. Чего? Ну, в принципе, ладно, пойдет. Блять, Олег, ну что это за чекпоинт, нахуй? Так я же говорю, я честно... Так, можно взять? Господи! Не берется так! Не берется, блин, как? Я видел, Артем, ты взял так чекпоинт, да, через стенку? Да, Олег, ты потом на ролике... Я заехал на эту штуку, и все. Олег, ты потом на ролике увидишь, как я забрал чекпоинт. По GPS должно быть, вот я по GPS еду. Ну, я так же, молодец, Паш, молодец. Вот вообще по GPS ехать, там вообще жопа. Паш, вот ты вот, ну, сделай просто все, чтобы вот эти на Ламборгуни своем... Мы сделаем. Чтобы всякие BMW, да, вот это вот сделали. Я реально, если я выиграю, знаете, вот тут вот на самом деле... Не-не-не, на этой гонке может произойти абсолютно все, что угодно. Я скажу вам так, потому что вы не знаете, что находится дальше. Да, я не знаю, что находится дальше, потому что, ну, господи. Не-не, я не про это говорю. Я говорю чисто про один моментик, который всех нас ждет, с которым мы все столкнемся. Сейчас. Потому что сейчас я... Как тогда, половина команды сразу улетает. Я просто скажу так, что мы сегодня с вами еще и на челяд поднимемся, так, к слову, просто. Чего? Мы еще и спустимся с него. Да, так что вы что думаете? Олег, так и скажи, что там... Вы чего думаете, ребята? Давай. Булочки-то не расслабляй! Я тебя увидел, Паша, молодец, Чего там увидели? Только, Паша, аккуратней будь, я уже понял вот так вот. Поехали, Артём. Давай, брат, по яйцам. Пусть эти нищие. Серёг, у них какой-то обход, слышишь, Серёг, у них какой-то обход. Какой обход? Нет, Олег, я их вижу, жопу. Ну как, меня заносят так? Руки за жопу, чтобы я их видел. Вот здесь встань. Сейчас они улетят нахуй. Да что вы выёбываетесь, я вас вижу. Что они делают там? Не, уважай, не ничего не делают, они просто байтят. Вот, на тебе по колесам. Тихо. Блин, пацаны, я реально, я лишний раз боюсь газа. Ну спасибо, меня вытащил. Все, я застрял. Газа. Охуенно. На ровном месте, блядь. Газа. Бля, да что за хуйня? Сережа, здравствуйте, ну хотя бы кого-то увидел. Знаешь, какой бред был сейчас? Я понял, они тебя скинули, да? Ушли. Ну там не специально, нет, пиздец. Там Сима, Серега. Летим, Серега, просто летим. Он точнее его сделал. Паш, ты не туда поехал. Паш, дальше ты меня просто... Я даже пакетом тогда не могу. Олега так же, давай. А он сейчас в туннелях. И вон туда вот. Давай, поехали. Серег, давай, мы их догоним. Ой, блин, нафиг. Сейчас они кто-нибудь, Серега, пойдет, я уверен. Тебе, они там батят. Во, я вижу его жопу. Ну все, у меня машина перевернулась. Спасибо, понятно. Давай, с кайфом едем. О, ребята, здорово! Артемочка, я на вон. Пашенька, ты следующий, Пашенька. Ставь лайк, если помогаешь кентам опустить. Бля! Что ты упал, что ли? Ну и Сергей! Лошара! Я ничего не сделал! Домой, лох! Мне все нормально было! Лошара, реально! Где ты, Артём? Лошпека, лошара просто! Реально на чили отдалили, а куда? Лошара! А так, что дальше? Мужики, дальше нас ожидают прикольчики, да? Бля! Я просто... Здесь
ребята, да, здесь аккуратнее надо как-то спускаться, я не знаю. Я думал, ты чекпоинт внизу поставил. Чтобы ты просто жвачку жевал каждый день, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Тихо, тормоза! А я предупреждал, что нас сюрпризы какие-то ожидают. Я же вас предупреждал, ребята. Ты должен внизу находиться, а не посередине. Я же предупреждал. Вы же были проинформированы. Вы, ребята, чего думаете? Я вас предупреждал, что гонка будет очень интересна. И расклад событий может поменяться в моменте много-много раз. Чтобы ты понимал, я уже 5 раз с Чиледа упал и опять поднялся. Ну, молодец, Сережа, молодец, молодец. Спасибо. Помогли друг другу, спасибо. Да, хлопанули чисто в моменте. Я превозмогу, я превозмогу. Вот реально, вот тише едешь, ну реально надо помедленнее. Вот поэтому тише. Здесь как будто можно газ дать уже. Вот это я понимаю! Ну никуда ты гонишь. Все, найс! Мы с Пашей спустились. Да, мы молодцы. Поздравляю, мы молодцы. Так, сразу хочу сказать всем тем, кто в комментариях писать будет, мол, я маршрут знаю, нифига. Хоть я чекпоинты расставлял, да. Не-не-не-не-не-не. Я чекпоинты расставляю, но я чисто физически не могу, у меня память не настолько хорошая. У меня память, как у рыбки, я не запоминаю все 67 чекпоинтов, которые расставлены. Я понимаю примерно, куда ехать надо, да, но я также говорю, куда ехать надо пацанам перед гонкой. Паша, у меня к тебе вопрос, дельфин — это рыба? Ну, конечно, нет. Да, вот. Млекопитающее, брат. Да ну ты мог сказать да. Я сказал да, я помог тебе, я поддержал тебя. А, ну вот, видишь, Олег? Если дельфин рыба, то ты дельфин. Дельфины умнее человека, значит, ты все запомнил. Значит, все подслужено. Значит, можно булить. Хорошо. Вот тут сейчас самый ответственный момент, это маяк, потому что до него еще долететь надо. Там же еще можно... А, вы на маяке уже? Я до сих пор с Челяда спускаюсь. Реально? Да, я 3 раза уже давай, упал, Рабдулька, я не могу давай, дать метку. Давай, Рабдулька, давай, да! Найс! Летс го! На самой фиговой машине. На самой... Ну, смотри, Паблита 2-й. Я, получается, 1-й. Паша 2-й. Серега, у вас там как успехи? Вы спустились с Чиледа? Я 6 раз спрыгнул с Чиледа. Поднялся туда-сюда. На первом месте уже был. Думаю, охуеть. И тут чекпоинт посередине Чиледа. Сука! Стой! Ну, это я надо. Я доеду! Куда ты там доедешь? Сука! Нахуй! Паш, ну мы дождемся, рано или поздно мы 100% дождемся, когда тебе беда лагерь. Пока там кемпинг. Да, мы этим и будем заниматься. Не, ну смотрите, по чесноку, если да, проходить. Я думаю, что все честно, потому что все знают заранее, где находится, ну видят все равно на карте, где находится чекпоинт, да. То есть перед тем, как мы спускались по Чилиаду, вы видели, где находится чекпоинт. То есть, как бы, ну, надо было просто смотреть на карту все и все. Подслужено, не, я считаю, что все максимально честно, все находятся в равных условиях. Даже то, что я проделал маршрут, даже то, что я знаю, где находится чекпоинт, но где. Я их расставляю, там реально, когда расставляешь чекпоинты по мини-карте, там... А, Серега финишировал, все. А, у меня вопрос. Ну я, все, получается. Я не долетел, я нихуя не долетел. В смысле, вот ты приходишь к финишу, вон, занимает 3-е место, алло. Олег, я ножками. Ну, так, ну нормально, не, все, там уже... Ну ладно. О, летит, ЕМА! По-моему, он не взял. ЕМА! Да, он взял. Я зато тачку засейвил. Он реально машину засейвил, ты знаешь? Я пошел тогда плавать. ЕМА! Не, ваши чекпоинты, я в рот. Он пролетел просто тут сейчас, это вообще жестко было. Так, ну ладно, сделаем заключение. 1-е место, наконец-то, у меня. 2-е место у Паблита, 3-е место у Сереги и 4-е место финальное у Артема. Вот такое 2-е испытание, а мы тем временем перемещаемся к последнему, финальному 3-му испытанию. Ну что ж, дамы и господа, я надеюсь, вы готовы и приготовились. Ой. Мне сейчас нас ждет последнее 3-е финальное испытание. Ой. Нас ожидает гонка по ЖД-путям, но сегодня мы решили сменить маршрут. Соответственно, запоминаем, мы пацаны, у нас сейчас реально самое сложное это в начале, дальше будет проще. Нам самое главное выехать из города. Соответственно, мы по вот этому ЖД-пути едем вот так. Здесь мы заворачиваем, здесь мы вот так вот заворачиваем, здесь мы выезжаем из туннеля. Дальше мы едем по вот этим ЖД-путям и далее мы доезжаем до вот этой точки, до фургончика с буквы Б, там где берутся задания на ограбление домов. Все очень просто, все очень понятно, я надеюсь, все готовы, можем начинать. 3, 2, 1! Поехали! Не спеша, мы едем вместе. Ну смотри, сейчас Артемка первый улетел, смотри. Сейчас первый улетел. Блин, вот тут вот самое сложное здесь. Да, блядь, я черепашка. Кусты меня тормозят очень сильно. Ну ты хорош, ты... Спасибо. Ну ты взял, а вообще дорогу перегородил.
я тебе налево, 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 налево. Сам ты налево, я налево не хожу. Давай, 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 надо обогнать, надо обогнать, я по-любому. Ты, господи, ты встань либо влево, влево, вправо, стой по жопе, а? Ты смотри, что делают, а? Не впускают. Ебать! А что здесь? Да вы дуры! А что здесь? Проехать вот здесь надо. До свидания. Вот здесь проехать надо. Быстрее, 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 ну Олег. Ну что там, Паша встал с толпы этот. Паш, правильно делаешь, делай, делай дальше. Делаю, делаю, делаю. Тихо, 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 тихо. Ай, блядь, кейс. Нормально, нормально, нормально. Нахуй я езжу по ЖД на Ламборгини, скажите мне, пожалуйста. Да ты заносишься, ну старт по ЖД путям прям очень кайфовый, я не знаю. А Фрита, нету желания притормозить немножечко, не? Нет, естественно, пошел в жопу. Притормозите там кто-нибудь, я не знаю, куда ехать. Олеж, вам сейчас поворачивать налево надо. Куда мне поворачивать? Налево? Спасибо, до свидания. Засранец, пакет давай мне, следуй свой. Не соси, оскорбляешь. Олеж, по субботам не совсем. Давай, ну пакет, пожалуйста, дай просто пакет, пожалуйста. Минус репа. Маша, пока! А меня также занесло, прикинь! Это все потому, что у него ламба, у него суперкар, спорткар. Это потому, что вы кашу не кушали. Растишку надо было ехать. Все, Серега, больше не завернись. Да, прям вот на выезде. Нас все троих занесло, за исключением Сереги. А догадайтесь, кто затормозил-то, а? Паш, я предлагаю. Я тоже затормозил. Мы должны помогать друг другу сейчас, чтобы обогнать этого лоха. Гонщик нелегальный. Зачем вы Артема обзываете? Да, мы все пока проверим. Зачем вы Артема обзываете? Давай, давай. Аккуратно. Не, мне кажется, Олег вот просто, как я не знаю, ну ветреная девушка. Это Сереге поможет. Я могу так пососать, он мне не дает. Главное, что, цель, да. Ну, давай, 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 давай. А сколько скорости есть, Серег? В новом году надо верить в себя 250. Шучу, 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 210. Я даже когда еду. 190. Да он обманывает. Он обманывает. 190 так. Вот у меня прямо сейчас 210, 205, 220, 210. Он обманывает. Я не верю. Тут копы съебались нахуй! О! О! Подожди, нам сейчас знаешь куда, Паш? Нам здесь направо. Нам здесь направо. Мы слепо направо. Ну мы же едем куда? Понять вы где направо. Мы же, Серег, через склад зерна едем, алё. Ты чё? Вроде вовремя. Через склад, всё, значит мне вот сюда. Да, 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 вот тут направо там разделка специальная. Так, а дальше ты имеешь в виду дальше, да? Ну да, да, прямо до буковки Б вот этом фургончике и всё. Вот как обычно ездили, как обычно ездили. Да, 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 да. Господи, давай, BMW, разгоняйся, давай, ну. Я не могу обогнать, прикинь тебя. Паша, ну, а мы уже все, мы Серегу не догоним. Первый, нет, ты сейчас живешь без телефона. Теперь точно не догоним, пиздец. Здесь уже без телефона. Ну, Паша. Авария. Ну, мы были командой по блиту. Я прям очень осторожный, очень осторожный. Блин, мы были командой. Мы были командой. Я вижу его! Я его вижу! Я его вижу! Не надо, я специально торможу. Ну я вас не догоню, у меня машина. Ой, давай, такая, давай, 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 давай! Могу, 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 могу! Отойди! Да пройди, подвинься, подвинься! Все, все, примик, все, самый сложный примик, все, все, все! А подожди, вот буква Б! Что? Подожди, ну там, кстати, непонятно. В смысле непонятно? Я проехал, не надо тут. Не-не-не, слушай, так мы надо до буквы Б добраться, надо было. Вот буква Б. Ну, я доехал, я затормозил, как только доехал. Ну, а где ты на буквы? Я доехал. Ну, не, подожди, не, в теории... Я последний приехал. В теории надо было остановиться, смотри. Не надо тут, не надо. В теории надо было остановиться. Я прям резался в поезд. Ладно, короче, мне все равно в целом, как бы, Серег, я могу отдать победу тебе. Ну, как бы, не, ну это было жестко, это было жестко. Олег, ты знаешь, там такая жопа творилась. По итогу, первое место. Не-не-не, первое место занимает у нас Серега. Сейчас второе место занимаю я, третье место занимает кто у нас? Паша, да, или кто? Я Паша, последний. Четвертый Артем. Так, а теперь давайте подведем общий итог и узнаем, кто сегодня забирает победу. Итак, парни, у меня есть финальный итоговый результат. Давайте пройдемся по всем участникам, начнем с конца. Соответственно, последнее место в наших сегодняшних испытаниях, на большое удивление, занимает Артем, набрав всего лишь 6 очков. Соответственно, третье место занимает у нас Паблита. Паблита, вы набрали сегодня 7. Мы с тобой второе место. Набрав 8 очков, занимает я. И первое место занимает сегодня Серега. Он побеждает сегодня. Он набирает 9 баллов. У меня 8 баллов. Вот такой вот результат. Ну, Серега сегодня побеждает. И тем самым заслужил просто падение с этой горы, так сказать, да? Вот такой вот результат. Вот такие вот испытания. И я надеюсь, так, вам понравился этот видос. Вам, ребята, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте прожимать кнопочку лайка и подписываться на канал. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Всем пока.